Подмосковье, какой у нас красивый, да? Места. Там река Клязьма. Все снегу. Сегодня очень хорошая погода. Такое небо голубое. Смотрите, какое небо голубое. Голубое-голубое. Так мне хотелось в снегу поваляться, а он такой сейчас мокрый, тяжелый снег. Я представляю, сколько на крыше снега, да, у нас? Очень много. Метр целый. Сейчас надо расчищать, посмотрим. Покажу вам. Как это? Пошлю физкульт привет. Как расчищать? Лайфхак. Ну ничего. Сейчас посмотрим. Да, поехали прямо. Но мы же за молоком хотели заехать. А, тогда сворачиваем. Да. А то уже, знаешь, быстрее прямо. Быстрее домой. Быстрее приехать. Нет, надо еще заехать молока купить. Да. Сметанки. Молока, сметанки, да. Что-то весь асфальт раздолбили. Я не знаю, что они, как это сказать, асфальт такие вырезают, да, вот, ну, видимо, какой-то они специальной машиной, такие квадраты. И не заделывают, ямы остаются. Ну, вот так вот, ну, сейчас хорошо еще видно, да, а вечером, ночью вообще не видно глаз кали. Хотя, я не говорю, фонари есть, вот они, ну, кто ж так делает-то? А может, через церковь поедем? Сейчас я вам покажу нашу церквушечку красивую. Снега, снега очень много в этом году. Да я приехала еще подрастаял. А так вон, смотрите, по бокам какие горы снега. Наверное, по 1,20 м. По 1,80 м. Солнышко у нас. Не всегда у нас серо. Сзади сынок спит, Мурзенька. Он очень спокойно, кстати, переносит машину. Тьфу. Он ложится и всю дорогу спит. Не мяучит, ничего. Молодец. У нас тут целое это. Сейчас покажу. Мурзилка! Скажи, вот как я еду. Скажи, вот какой я молодец. Скажи, лежу, полеживаю в сумочке. Тут очень мало умненький. Он вот как привык с детства. Не мяучит, ничего. Ага. Сосульки, да, большие вот на домах. Но это еще не совсем большие. Там... Подтаивает? Да. Снежок подтаивает. Вот впереди наша церковь красивая. Большая территория у церкви. Вот сейчас покажу поближе. Видите, какая большая территория? Тут так красиво, и туи насаженные, и на крещении купель здесь, да?
Здесь все. Тут у нас такой как парк. Красивый. Фонарики, лавочки. Да, снегу. Вот тут вот такая глыба. А что делать? Туда никак не залезешь. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот столько навалило. Там еще провода. Да, кошмар. Ну, может, потихонечку как-то ставит? Посмотрим. Ну ладно, машина тут расчищена, все нормально, можно заехать. Есть место. Близко не надо ставить, там снег. Я говорю, близко не надо ставить, там снег. Я вот туда не знаю, может туда проехать все-таки. Либо туда дальше. Я не знаю, как здесь. Вот крыша упадет, посмотри на крышу. Ну, с угла-то вот я не знаю. Мне кажется, лучше вот так оставить. Вот так? Да, потому что там совсем под крышей будет. Ну, давай так оставим пока. Да, да боимся. Вот на крыше очень снега много. Тонны просто. А сейчас так погода потеплела, и он начнет таять. Все, приехал, давай вылазь. Ну? Мой платок Павлово-Посадский. Красивый. Смотрите, какая расцветка. Вообще шик. Все, выходим. Снегу мне по плечо. По плечо. Мороз и солнце. Ой. Снега столько. Сейчас надо выйти почистить. Влажность очень сильная. И снег такой мокрый-мокрый. Я думаю, так тяжело будет чистить. Ой. Сейчас. Я как ребенок радуюсь снегу. Вон сколько. Красота. Сейчас пальто переодену и буду снег чистить. Да. То, что в этом в новом пуховике никак нельзя. Надо будет какую-нибудь куртку, валенки. Пойду снег чистить.
Все-таки погода шикарная. Морозится так чуть-чуть. Хорошо. Свежо на улице. Я как снеговик. Укуталась. Тут маска только что из магазина. Магазин выходила. Вышла снег чистить. Переодела куртку. Старенькую. Там на крыше столько снега. Это просто кошмар. Это вообще. Ой, хорошо на воздухе. Класс. Подышу воздухом, погребу снег. Для парковки надо расчистить. А потом около входа. В общем, короче, работы много. В своем доме всегда. Летом огород. Зимой снег. Ничего полезного. Полезно работать. Такие ботики. Специально купила, чтобы здесь ходить, снег чистить. Так, мам, давай я помогу снег чистить сейчас. О. Все равно надо утепляться в холоде. А как вот эту, как его сдолбить? Или не сдолбить? Ну, вообще надо было почистить, чтобы колесами я могла проехать сюда. Немножко. Ну, его папа потом сделает. Лопата ничего. По крайней мере, легкая. Привет. Фитнес, фитнес. Вот зачем тратить деньги на фитнес? Вот, есть фитнес. Зимой снег, а летом огород. Это самое лучшее. Без затрат денежных средств. И для пользы себя, своего огорода. Ага. Вот здесь снег, тяжело очистить. Курочка. Нелегко это делать, чистить снег. Мы почти все расчистили под стоянку. Еще даже чуть-чуть на улице. Сейчас идем чуть-чуть воздухом подышу. Вот вам и упражнение для легких. Хорошо.
Теперь бы с крыши бы немножко подставил. Все, идем.